Заветные обетования. Книга Неемии. Глава 10. С 1 по 31 стих. Приложившие печати были Неемия, Кершафа, сын Гахалии и Сидекия, Сирая, Азария и Еремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух, Харим, Меремов, Авадия, Даниил, Гиннифон, Варух, Мишулам, Авия, Миямин, Мазия, Вилгай, Шимайя. Это священники. Левиты Иисус, сын Азании, Биннуй из сыновей Хинадада, Кадмиил и братья их, Шевания, Гадия, Клита, Филайя, Ханан, Миха, Рихов, Хашавия, Закхур, Шеревия, Шевания, Гадия, Ваний, Венинуй, главы народа, Порош, Пахавмаав, Елам, Завфу, Вания, Вуний, Азгад, Бивай, Адония, Бигвай, Адин, Атер, Языкия, Азур, Гадия, Хашум, Бецай. Хариф, Анафов, Нивай, Макпиаш, Мешулам, Хезир, Мешезавел, Садок и Адуй, Фелатия, Ханан, Анаия, Асия, Ханания, Хашув, Лахеш, Пилха, Шавек, Рехум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваана. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа, Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его. И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу – не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. Размышление, часть первая. Это для всех. Книга Неемии, глава 10, с 1 по 29 стих. В публичном признании греха и утверждении Божьего закона задействованы разные люди. Описанная здесь церемония предназначена не только для священников и левитов. Участвовать в ней может всякий, независимо от рода занятий. Это показывает, что у каждого, кто принадлежит к Божьему народу, через Христа есть своя роль в воплощении Евангелия в жизнь и созидание Церкви. Евангелие обличает и преображает людей всех возрастов, профессий и национальностей, с любым уровнем доходов. Порой мы ошибаемся, полагая, что нам незачем активно вовлекаться в жизнь христианской общины. Там и без нас обойдутся. Но Бог сам привел в свою церковь каждого из нас и желает, чтобы мы сообща исповедовали и применяли на деле свою веру. Применение. Почему нам важно заявлять о своей вере Вместе с другими верующими. Каким образом каждый верующий может активно участвовать в церковной жизни? Приведите несколько примеров. Размышление, часть 2. Брак должен строиться вокруг Бога, книга Неемии, глава 10, 30. И 31 стих. Народ обещает не допускать браков с изноземцами, проживающими по соседству. Данную заповедь Бог неоднократно повторяет на протяжении всего Ветхого Завета. Но почему Он запрещает детям Израиля вступать в брак с представителями соседних народов? Да потому что отношения с ними уведут его народ от настоящего поклонения истинному Богу. Он знает, что находясь в близких отношениях с людьми, не имеющими спасительной веры в Него, Его последователи столкнутся с огромными проблемами и могут ослабеть в вере. Бог – сотворил супружество, чтобы оно служило отражением его любви к своему народу. Если брак христианина не строится вокруг Бога, он теряет смысл. Применение. Почему Бога заботит, с кем вступают в брак его дети? Что говорит Писание? О цели и смысле супружества. Молитва дня. Отец Небесный, я просто изумляюсь тому, каких разных людей ты принимаешь в свой народ. Помоги мне любить их так, как любишь их ты. Дай своей церкви сильное желание двигаться сообща и назидать друг друга. В вере. Во имя Иисуса Христа Я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал Издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал ⁇ Живая жизнь ⁇ запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео.